13-14 октября в Благовещенске. Чемпионат России по Шин-Кёкушин карате. Более 100 спортсменов со всей России. Такого еще не было. Это очень приятно, то, что люди могут посмотреть турнир такого уровня именно в нашем городе по Кёкушин карате. Лучшие из лучших. Три весовых категории. Мужчины и женщины. Встретятся, чтобы показать свою силу, волю и мужество. Я думаю, он пройдет на очень хорошем уровне и порадует всех болельщиков. Более 1500 гостей. Почетный гость соревнований, президент международной организации WKO Кенджи Мидори. Почувствовал, что нужно выступить, захотелось, наверное, это самая главная мотивация. Тринадцатого-14 октября. Спорткомплекс «Юность». Выносливость, сила и способность правильно принимать решения и мыслить в бою очень важны. Мне бы хотелось занять первое место. Попасть в национальную сборную России, выступить на Кубке мира. Кто победит? Кто поедет на чемпионат мира?